Второе письмо Иоанна. Старейшина, избранной госпоже и ее детям, которых я поистине люблю, и не только я, но и все познавшие истину. Мы любим вас, потому что истина есть во всех нас и будет с нами вечно. Незаслуженная доброта, милосердие и мир от Бога Отца и от Иисуса Христа, Сына Отца, вместе с истинной любовью будут с нами. Я очень радуюсь, поскольку знаю, что некоторые из твоих детей ходят в истине, согласно той заповеди, которую мы получили от Отца. Я пишу тебе, госпожа, и прошу соблюдать заповедь любить друг друга. И эта заповедь не новая, потому что она есть у нас с самого начала. Любовь же заключается в том, чтобы мы ходили согласно Его заповедям. Это и есть та заповедь, которую вы слышали в самом начале. Продолжайте ходить согласно ей. В мире появилось много обманщиков, которые не признают, что Иисус Христос пришел в плоти. Тот, кто так считает, обманщик и антихрист. Смотрите за собой, чтобы вам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. У всякого, кто рвется вперед и не держится учений Христа, нет Бога. У того, кто держится этого учения, есть и Отец, и Сын. Если кто-нибудь приходит к вам и не приносит этого учения, не принимайте его в своем доме и не говорите ему слов приветствия, потому что говорящий ему слова приветствия становится соучастником в его злых делах. Хотя у меня есть много о чем написать вам, не хочу делать это чернилами на бумаге, потому что надеюсь прийти к вам и поговорить лицом к лицу, чтобы радость ваша была полной. Передают тебе привет дети твоей избранной сестры.